Всем привет! И это очередное видео про фотографии. И в этот раз я фотографии буду делать не одна, а с Тёмкой. Кто Тёмку не знает? Но Тёмку уже все знают после последнего влога. Правда, не в лучшем виде его все знают, но ладно. Но перед началом этого видео я хочу вас порадовать тому, что на моем канале опять стартует очень здоровский конкурс на вещи с Алиэкспресс. Опять с Алиэкспресс, потому что Алиэкспресс — это one love. Вот серьезно, Алиэкспресс — это круто. Для участия в этом конкурсе вам нужно подписаться на канал милой девушки, которая будет в описании к этому видео, поставить лайк под этим видео, а более подробная информация будет опять же в описании к этому видео, и результаты будут через месяц. Так что давайте участвуйте обязательно. Конкурсы на моем канале будут чаще, и надеюсь, вы от этого очень сильно рады. Ну что ж, давайте перейдем к этому видео и поехали! Станьте моей моделью. Ну сядь, иди ко мне. Куда ты бежишь? Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне, зайка. Иди ко мне. Поздравляю, спасибо. Мне надо расческу, да, Ксюша, взять? Да, мелкую. Тёма, ты очень красивый мужчина. Я же говорю, пигментируйся, какой-то серый теперь. Ты как этот, монстр. Монстр Хай. Тёма такой сидит. Я ору просто. Хочу, чтобы меня так запомнили. Я тебе еще помаду. А, у них так. Тебе больно? Нет. Подожди, стой. Давай. О. Так, теперь целый макияж. О. Freak of nature. Freak of nature. Freak of nature. Rise. Даже прям сырец. Вопрос, как я буду тут доставать? Тёмка, я пошла за стол. Как картина Малевича, черный квадрат? Наоборот, типа, перевернём. Нет, держалась. Я так хочу, иди сюда. Давайте серьезно уже, а? Мы же серьезные люди. Давайте, если под этим видосом наберется 10 тысяч пальцев вверх, то я сниму видео, как обрабатывала одну из этих фотографий, если я кому-нибудь выберу. Я знаю, что вы любите видосы, где я регаю свои фотки, потому что это очень полезно. Да. Так что давайте соберем 10 тысяч пальцев вверх и будет видос. Да. Но если тебе понравилось это видео и тебе понравились фотографии с Тёмкой, то, как всегда, поставь большой палец вверх и подпишись на мой канал, если ты еще не подписан. Подписывайся на мой инстаграм, потому что там классные фоточки. Сколько вам уже раз-то можно говорить, что там классные фоточки? Вы уже поняли, что классные фоточки, вы просто не подписались, потому что вы ленивые. Ладно. Но я всех люблю и целую. Пока!